не всем планам осуществиться суждено, но часть все-таки мы осуществили. Сегодня прекрасная погода, мы поднялись до первой хижины. Правда, она оказалась не совсем той, о которой мы говорили. Мы-то хотели подняться вон к той хижине, как оказывается. Вот. Первая ночевка альпинистка, вот он на горе. Но туда не успеваем уже физических. Из-за физических показателей по времени не успеваем. Нам надо около 6 часов оказаться на трамвае. Ничего страшного, видно, что надо готовиться. В принципе, ходится, дышится. Все нормально, нужно физически заниматься и готовиться. На следующем году, ну не знаю, может не к самому восхождению, но по крайней мере к тому, чтобы подняться вот на эти высоты. Все было замечательно, оставайтесь с нами, еще будет дорога вниз, потом дорога назад. Мы еще завтра на Эйгюль-Дю-Миди съездим и выйдем в стеклянную комнату. Вон там она виднеется в тумане. Так что еще будет много-много интересного, оставайтесь с нами. И автопутешествие — это лучшее из всех возможных путешествий. Оставайтесь с нами.